Здравствуйте, подписчики. Это канал «Все обо всем». Я снимаю видео по просьбе подписчика. Когда следующее видео про майнинг? Я отвечаю. Следующее видео сниму про вывод денег с криптис через неделю. Хочу побольше суммы набрать, чтобы заснять. Неделя прошла. Он спрашивает, когда видосик? Я решил сегодня заснять. Я тебе сегодня видео отправлю. Вот ты где-то 2 часа назад написал. Решил видосик снять. Данное время майнит 10-11 рублей. Баланс у меня 319 рублей доступно для вывода. Передумал выводить скриптисы, потому что я хочу. Может быть, я через полгода выведу. Держать биткоин, потому что биткоин поднялся. Курс биткоина сейчас 5724 долларов. По этой причине я не хочу выводить скриптисы. Вот сегодня он на максимум поднимался. За все время я заработал 957 рублей 69 копеек. Вот доход за все время. Вот здесь доступный к снятию отображается. Здесь я 2 раза выводил. 105 рублей выводил и 280 рублей выводил. Это я майнил на GT-1030. Кто не знает, смотрите, сколько параметры для карты. Вот параметры GT-1030. Здесь минимальный вывод 100 рублей. Те, которые хотят зарегистрироваться на криптис, переходите в нижнее описание под видео. Наблюдайте, сколько у майнит в данное время. 11 где-то, может 12 подняться рублей. Это у меня круглосуточно, это я за месяц намайнил 319 рублей. Целый месяц майнил. У меня сейчас нелепый вид. Я снимаю через этот GoPro сделал самодельный. Нацепил себе на голову. Многие жаловались, что камера шатается. Вот я нацепил более качественное видео снять. И вот через этот я активизирую этот VR-Box называется. Включая видео, запись на лбу. И запись происходит. Я вам сейчас покажу. Может, вам тоже такое понадобится сделать. Своими руками сделать. Вот я камеру сейчас сниму. Покажу, как мы устроим. Смотрите. Самодельный.
ссылка нижняя, описание на крипте заработок. Обязательно антивирус отключайте или удаляйте. Антивирус ругается. Ставим лайки и подписываемся. Всем пока.